Сегодняшний день для Дагестана стал днем трагедии. И не только для Дагестана, а для всей нашей страны. Беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. Столице Дагестана, Махачкале, и древнейшем городе Дербенте. Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, готовились и которые, безусловно, подготавливались, в том числе и из-за рубежа. Хотел бы попросить всех вас, уважаемые дагестанцы, уважаемые гости республики, сохранять спокойствие. Ситуация контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами. We'll be right back.